Абхазия. Пещера Крубера, глубина 2144 метра, сифон 2 капитана. Все, оттащимся, ура, детка, выжил! Главной целью экспедиции 2012 года в пещеру Крубера было погружение в сифон 2 капитана. Дайвер нашей команды Гена Самодин со второй попытки погрузился в сифоне на глубину 50,5 метров. Это был новый мировой рекорд. Глубина известной части пещеры достигла 2196 метров. Это был результат усилий большой интернациональной команды спелеологов. Но было нечто, что всерьез взбудоражило и заинтриговало нас, кроме очередного мирового рекорда. При погружении в сифон Ген увидел маленьких, длиной всего 2-3 сантиметра рыб, почти прозрачных и без глаз. Было решено на следующий год вернуться к сифону 2 капитана и попытаться поймать хотя бы одну рыбку. Мы надеялись, что ученым-специалистам удалось бы разгадать тайну этих рыб, как они попали в пещеру на глубину более 2 километров, чем они питаются в пещере, кто их ближайшие родственники. Для подземной рыбалки мы изготовили ловушки из пластиковых бутылок и заполнили их кормом для аквариумных рыбок. Ловушки, а их было всего 5 штук, расставили в сифоне приблизительно через каждые 5 метров по глубине. Гене пришлось погружаться 2 раза. Вначале расставить ловушки, а потом на следующий день снимать их. Мы также изготовили для Гены сачок, чтобы при непосредственном контакте с рыбками он смог попытаться их поймать. Это была наша первая видеосъемка погружения в сифон 2 капитана. Расчет был на то, что даже если рыбки не попадутся в расставленные на них ловушки или в сачок, то мы хотя бы снимем их на видео. Дома после экспедиции мы неоднократно кадр за кадром внимательно просматривали видео в надежде все же увидеть загадочных пещерных рыбок.
рачко прийму. А, рачко прийму. Риби нету? Ну, это интим, ясный рак. Это ты про эти говорил, которые плавают? Сусами. Сусами. Что там есть? Ну, один только. Только один, остальные. Такой же? Убежали? Нет, побольше. В этом году мы так и не встретили в сифоне загадочных пещерных рыб. В ловушки они не попались и на глаза вообще не показывались. Может, уплыли в глубины пещеры и унесли с собой свои тайны, которые еще предстоит разгадать спелеологам.